Причина сегодняшней встречи – я пришел выразить свое несогласие, выразить свой протест против всех этих событий, против всех этих репрессий, которые сегодня происходят в Крыму, обвиняя крымско-татарский народ, мусульман Крыма в терроризме и экстремизме. Если наших предков раньше обвиняли в пособничестве с немцами, то на сегодняшний день мы стали террористами. До прихода российских властей в 2014 году, до 2014 года, в Крыму не было ни террористов, ни экстремистов, ни пособников. На сегодняшний день мы стали террористами, извините меня. Те люди, которые сегодня исповедуют религию ислам, стали террористами. Я хочу обратиться к своим соотечественникам, более уделять внимание тем событиям, которые сегодня происходят в Крыму, помогать мусульманам, ибо Аллах субхана ва тааля говорит: «Мусульмане все братья». Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, по этому поводу сказал: «Мусульманин мусульманину брат, и в каждую тяжелую минуту он обязан ему помогать». Мусульмане как единое тело, а если один какой-то орган заболевает, это все отражается на всем теле. В последнее время почему-то мне, когда я наблюдаю за событиями, которые происходят в Крыму и которые касаются нашего народа, я часто вспоминаю великого русского баснописца Крылова. В одной из басен у него есть такая фраза: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Не знаю почему, но это так. Когда говорят «исламский экстремист», это все равно сказать, что ледяной кипяток. Потому что ислам в переводе означает покорность. Как может покорный человек быть экстремистом? Мир и покорность означает само слово «ислам». Я знаю, есть множество методов, когда можно совершенно невиновного ни в чем человека сделать преступником, обвинить его в чем угодно. На то есть силы, на то есть средства. Но ими нельзя пользоваться. Преступник должен сидеть в тюрьме. Это мое убеждение. Если он преступил закон. Но если он считает, что Бог один и Мухаммед его пророк, это не может быть преступлением. Айрым семидешлерімізін тұтып өлдірділер. Айрымларын тұтып йоқ еттілер. Айлда шу жойылған баларын бір хабер йоқтыр. Айта жайым шу ке қалқымызын қорқызымақ үшін Сілялы олып, юзлері япық, Амон дейсім, Беркут дейсім, Гозрозвар дейсім, Саба изан вақты келіп, қапларын парлап, бала чақаларын қорқызып, бір шеге қабат олмаған, Құранда башы, дин арқадашларымызың дәлелсіз терроризмге қабатлап, түрмелерге 15-20 мұлға қапайлар. Бұл терроризм дегіл ме? Біздің халқымыз терроризм дегіл. Біздің халқымыз бір қиянелік ішілер етмады. Ваз кечігін біз зұлымқларын. Шылын үшін біз топлашып, бұл меселені топлап, айтмақ мұражатыме келдік. Ашында біздің мүлет дерін бұшашты. О, мне не касается, дей. Это не мне, дей. Мен яшаймен, дей. Яқшы яшаймен, дей. О, білмей, что яқшы яшаған да пари да бірі ме. Ярын бір сүгіні оға келелер. Он баласын алалар, айтып. Я башқасын айтелер. Шо, не деймін, ана шонда ішілер бола. Шоман бірлік болып, айтып, чықмақ керек, айтмақ керек, айтмақ керек. Өзіміздің, что мы не согласны с этим. Шо біздің балалар, яш біздің балаларымыз,
Вот она была в тюрьме, торналарымыз, бабасыз, иде қиналалар, бабаның беклейлер. А баба анда, бір данесе анда, ана өлдіре, 5 тәне кішіні өлдіре, 3 тәне кішіні өлдіре, 8-10 ил берелер. А мұрда не екен, ана еткен, китап тапқанлар, Құран тапқанлар, ана тапқанлар, оға 25 ил берелер. Кабы тау 10 кіші өлдірген. Мына хабарыңыз олған кібі бүтін Қырым бойынша біле бір топланшу ола. Әлхамдулла, Аллах қабыл етсін жүмлі көйлерді дуалар кечірелер. Аллахымдан сорап бұ хапісті отырған балларға жүмлесіне қатырлайлар. Бір дәне баламыз, егітлеріміз, я бы ағаларымыз бір кімсенің ақылында иншалла чықмай жақ, олардың қоранталары, балалары, бала чағалары, торнылары демек. Незаконно осужденных наших братьев освобождение, чтобы им было и их семьи, дети без родителей не росли, чтобы с родителями были и вообще... Наш народ мирный, добрый народ, религиозный народ. Чтобы глумиться над этим народом, никаких прав правительство не умеет, не имеет. Мы собрались, чтобы попросить Аллаха сделать молитву, чтобы Субхана Аллаха нашему народу был помощником. Аминь. Бисмиллахи рахман рахим. Ильхамдуллахи рабиль аламин. И рахман и рахим. Малик йомидин. И яки нахбуду, яки настанин. Ихдина срату мустаким. Сират аллязини энхам тялейхим. Хайр или махтуби алейхим. Велят тогалин. Аминь. Аллах аллах аллах.